Зря. Спасибо. У нас тоже такие дни бывают. Да, да, да. Я знаю, что у многих бывают такие дни. Ну, мы люди все, у всех бывают всякие разные ситуации. Вот. Но все равно давайте будем выходить из этого светло. И следующая песня. Кстати, в этом году я записала вот сингл этой песни, наконец-то, на студии. Но пока еще не выложила никуда, ни в Яндекс.Музыку, никуда. Песня называется «На ладошках». Я жива еще, я в ладошках.